Хорошо, снимай. Всем привет, ребята. Это у меня новый телефон. Я себе купил сегодня для того, чтобы поехать в Турцию, чтобы было красивое качество видео. Вот, не знаю, как вам он, нравится, не нравится. Ну, хорошо видно там, Коля, да? Прекрасно. Не белеет такого, нету, что Не, это? ничего нету. И вот хорошо фокусирует. Смотри, вот сейчас Да? даже хорошо, да, и фокусируется В общем, хорошо. стоит он недешево, конечно, 29, ну, короче, 30 тысяч вместе с чехлом, с камерой, потому что вот этот телефон, почему я купил, я вам объясняю, чтобы не подумали, что я просто зажрался, как обычно. Сейчас делаю. Вот это ваш телефон. Не чего-то. Вот. Я хочу представить свой телефон. Вот. Ну, я там пообещал, кому я его отдам. В общем, у меня, видите, сломалось. Я не могу ни видео посмотреть. Ничего, оно не туда. То есть, ну, полностью уже все. То есть, вот эта дырочка пошла, и оно пошло вот. Ну. Тут надо просто экран поменять. Ну да, экран стоит 1015, они сказали поменять. Новый, это да? Не просто стекло, оно ж пошло на туда, понял? Вот, они, конечно, офигели, что так разбить телефон. И ему скажу, нету года. Вот он у меня упал, знаете, как я сидел на ванной, лежал в ванной, а он лежал на ванной. И вот он упал вот так вот прям торцом как-то на асфальт. И получилось. На асфальт ванной? Ну, травма. Ну, на не на асфальт, а на керамогранит. И он разбился, и поэтому я купил новый телефон. Хороший. В надежде на то, что будет новое видео интересное. Вот. Купил его в Цитрусе. Не знаю, что еще добавить сюда. Вот. Целый день прошел, потому что целый час, наверное, с чем-то перекидывали данные. Потом пока я Инстаграм разобрался, как зайти, потому что Инстаграм у меня вот на одном телефоне. Вот. Но я хочу на этот телефон и снимать. На этом телефоне у меня и карточка с телефонным, и Viber. Вот, кстати. Внутри, внутри стоит. Топчи, что ты ищи? Заяц, ты бублик. Только что покушав. Ну чего бублик. Ты такой? М? Бублик. А вот тебе что, ты же хей выбрал тут бублик. Хлеб давай, Коль, забери, пожалуйста, хлеб на игрень. Ну пропадет, я вот купил хлеба. Я не знаю, что со мной, почему я покупаю так много всего. Ну вот получается, что я когда покупаю, ты, кстати, семечки надо маме, это самое хочу отвезти. Я не знаю, зачем вот я покупаю, и потом он у меня просто пропадает. Я не знаю, чи це голодный год. Ой, и сказать, понимаешь, Коля, что у нас в детстве мы были голодные, но это неправда. Но у нас была и корова, у нас было молоко, сметана, творог. Мама пекла хлеб по 8, по 10 булок, такую большую кастрюлю складывала под стол, закрывала полотенечками, формочки были для хлеба. То есть все это готовилось. У нас была тушенка, банки гусей закатанные. У нас были компоты, салаты, малаты, варенье, что хочешь, было очень много. Жратвы было много. Люди там пишут, что вы последний хер доедали в селе. Неправильно, мы хер последний не доедали. Мы только иногда не все. Ну вот я не знаю, говорят, что с детства травма, знаешь, когда нет еды, и вот ты потом набираешь много. Мне кажется, знаете, в чем причина? Что в магазин нельзя идти голодным. Когда ты идешь голодный в магазин, у тебя вот такой зверский, ты начинаешь что брать, все брать, это брать, то нагребать. То есть вот это причина. Я не думаю, что... А что есть? У меня есть суп, будешь суп? Там еще картошка. Кстати, вкусный суп. Знаешь что, давай заедем до мамы, я хочу ей отдать вот эту голубику. Она вчера говорила, ой, я бы сейчас бы ела голубику. Поесть, потому что я пешком. А, ты без машины? Ну, конечно, у меня машина. А где твоя машина? В сервисе на замене масла. Я только 4 часа заберу, сейчас я хочу поехать до Томаса. А, ну давай с тобой поеду, Коль. Смотри, у меня есть колбаска, хамон. Там спрашивают. Хотя мне пишут, что я в червяк езжу за мной. Я, как червяк, за да. тобой? Давай, на, вот это. Я колбасу не хочу, я себе кусок тушеночки. Ты хочешь себе колбасу?
Тушенка там, правда, бери есть. Это тоже пропала свекла, наверное, ты покупал. Что-то кушал, у тебя картошка, что ты на разделе? А я знаю, да. Я боюсь, что Коля их она уже, я ее готовил так. Не может быть их она. На помидоры. На помидоры даешь вот эти. Не, помидоры я хочу. Чири. Кушай сам. Не хочу маме повезти. Наверное. Вот ей кабачок отдам. Бо пропаде. Зупина. Голубику. Как тебе такая тушенка? Нравится? Да. Да, кстати, очень хорошая. Молодец, Коля, ешь. Вот это, для сельпо. Ешь, пока рот свеж, как говорят, как мама говорит. Кляжешь под образа, закроешь глаза. Это, мама, а где вот это вчера покупали? Чего у мамы нету вот этой штуки? Я держу фигуру. Вот этой мамы нету. А ты нибы не знаешь, что. Я соседке отдал. А-а-а. Мама твоя не забрала, в машине было две. А, соседки. Понял? Ну, уже все. Ну, я цю мамі повезу. Боже, яка її разниця? Віддай. Вона питала, каже, а де мені? Чого мене не побили? Ольгу Леонтівну бива, а я не бита осталась. Ну, так ви ж з машини виходили, чого ви не побили? Ну, вона не взяла, і я соседки віддав. І тій жінці, вона там посадила во дворі там траву. Бачите. Значить, ти знаєш, що зроблю? Я розв'яжу чуть-чуть себе, візьму чуть мамі оставлю. Бачите, який саме плохий. Чо плохий? Ну пишу, що ж ти плохий. Ой, та розогрів би, що ти говориш? Со смальцем. Томас ходить слідом. Боже, сумасшедший дом. Так, і ти без машини, а що ще буду це забирати, Коля? Я не буду це в таксі їхати сюди цим. Та ну. Я що дав машину, я тільки 4 часа поміняю. Ну а зараз скільки часу? Два. Давай вместе поедем до Томаса, потом поедем за машиной, и потом уже на машине я заеду сюда, заберу вот это все и заеду до мамы, отдам хотя бы. Что она? Томас, уйдем. Хочу вот это и взять, отдать. Давай тоже, ребятки. Видите, такие семечки тыквы очень полезные. Они не жареные, ничего, вот такие вот. Да, я хотел, да, на один. Потому что надо и будет закупить продуктов перед Турцией. Вот это те, которые вчера... Светы, вот у меня точно такие же. Эти спагетти. Вот. Да, тушенка бомбезная. Ты знаешь, что я тушенку с собой видел? Да. Пусто на корабль. Да там хорошо кормят, Коля, ты там будешь с удовольствием есть. Там запеченная рыба, да, там картошка, прекрасная там салат, суп. Чай, яблоко, печенье, йогурт, там все порционно ложат, накрывают столы при заселении на паром, тебе дают номер со столом. Вот мы будем, Ира, Гена, ты, я, мы будем сидеть за одним столом. У нас будет отдельно накрыт стол, мы приходим, садимся, никто нашу еду не трогает, ничего там. Я так переживаю. Все там нормально будет, с паромом, со всем на свете. Что там переживать? Зачем брать с собой тушенку? Что за бред? Ладно, я уже... Набрався з собою, люди поїхали во Францію, жрали, пили все подряд, покупали. А ми з Льошою їздили з консервами, з мівіною, півтора місяця. От я мівіна, там я заработав язву. Я тобі так. На третьому чи якому курсі консерватурії. Ну, що там можна, якісь фрукти взяти. А в Одесу їхати, звільни мене. Ну, дорога, Коля, господи, та заїхав на заправку, там і супчик можна, і все, що хочеш. Це я все утром. Варю. Вот это кидают, Коля, в это, в мусорное ведро. Нет, сюда. Вкусно. Покажут, что только Самвел объедает. У меня, пожалуйста, у меня всегда холодильник. Ну, пани, не яки, да. У вас вкусные были те, что ты покупал? Те, что на салат. Да. Да, розовые, эти хорошие. У меня, пожалуйста, всегда. Он света с игрением может приехать всегда. Потрогать мой холодильник, посмотреть мой холодильник, взять любые продукты, которые надо, не надо. Кстати, смалец я хочу отдать на Игрень тоже. Но это давай мы будем, когда ехать на машине, я заберу, потому что это... Я хочу сейчас брать... Ну сейчас нет, Надя привозила. Вот это смалец, хай Андрей делает печенье еще одно. Вот грибы. Кстати, вы же грибы маринованные? Нет. Это Надя мариновала. Вот весь на те грибы. Что на них делать? Чорні, мати рідна. Щоб отравився. Ну, не смішно, чесно, я не знаю. Банку треба було закатати на коробку. Ну, це ж... Молоко будеш? Ну, якщо ти мені вирішив пихнути цей холодильник, я не буду. Ми їмо автоматом тушенку. І знаєш, візьми, кстати, баночку грибов, мамі.
У меня есть грибы. Возьмешь вот эту баночку грибов, мама. Сейчас у нас хорошо идет тушенка. Оля, не надо, не корми его таким. Не надо, не надо. Он будет жрать все подряд. Потом его высыпят и еще что-то. У него своя еда есть, а есть. Хай кушает тушеночку. Ни хрен. Я сегодня ничего не ел, Коля. Ну а я, Коля, це нормальна їда. Я съел овсянки, только чашечку. Сварили все больше. Больше ничего не ел. На, убирайте. Так, я, наверное, перемою посуду сейчас. Потому что, ну, мне нравится этот телефон, ты знаешь, как-то такой... Знаешь, что удобно в руках держать? Да, приятно. Я довольный, ребята. То есть даже в момент съемки можно его перевернуть на это самое. И чехол хороший такой. Что тебе такие груди? Накачивание мне. Любач, давайся. Давай, вот попробуй. Попробуй. Бач? Ага. Ты думал, это тебе не твоя обвища. Что ты мелешь? У меня вообще грудей нету. Обвища в 40 лет. Ты что, ляпный? Мама, ты так и чув? Зайчик, ты так и чув? Кстати, чего ты там на себя не почешешь у цієї штуки? Ты ж купила, так открыть, и не почесал. Да. Это я вчера в этом зоомагазине, там где это... Так ты говоришь, что хуже стало, да? Собакам стало хуже, ребята, конечно, жесть. Мне казалось, что уже Ричи на поправку пошел, а сегодня Света говорит, что опять ему еще хуже. А Томасу стало плохо. Ну, это как бы... Я и предполагал, что Света наивно была, сказала, ой, я завтра буду забирать уже. Я говорю, Света, да подожди ты забирать. Это инфекция, очень серьезная. Она попала в организм. Они просто в первый день обратились, так сказать. Ну, это ж не значит, что если обратились в первый день, то на второй день инфекции не стало. Но, говорю, обязательно ему станет хуже. И будет и понос, и с кровью. И даст Бог потом иммунитет поборет и все. Это ж такая болезнь, что в принципе лечения нет, антибиотики могут не помогать. Ну, кто понимает, что такое энтерит. Вот. Ну, а виной всему вот это вакцинирование, которое, не знаю, почему-то не сработало. Оно должно было сработать. Жалко собак, хотя, знаете, не собачатник в таком... Я не то, что не собачатник. У меня в детстве, наверное, 5 баронов подряд умерло от чумки. Я ездил на велосипед и Федоровку, соседнее село, мне лет 8-9, везу собаку в сумке на укол, уколят, приезжаю домой, лежит барон, все, час-два, глаза стеклянные, умер чумка, заводим еще собаку, следующая, опять чумка, это оказывается, я что не знал, а никто тогда подсказать мог, во дворе уже была инфекция, жила, она очень долго живет, так и энтерит, он очень долго живет, очень тяжело выводится. Надо очень хорошо его дезинфицировать, потому что на других животных передается. Так что, конечно, жалко. Я говорю, хоть я так не то, что там не это самое. Может, кому-то кажется, что я собак ненавижу, и то только радуюсь, что они заболели. Там эта дурочка писала, вот это ты радуешься, что собаки. Нет, не радуюсь. А вот зрительница написала одна, очень правильно сказала, настоящий Самвел шел вчера и очень быстренько шел, чтобы на ветках донести воду, которой крапили в церкви, чтобы на вот этих ветках донести, побрызгать Томаса. Я побрызгал Томаса, потом еще побежал Ричи, побрызгал. Вот это, говорит, шел настоящий Самвел и очень спешил успеть. Вот это правильно. Вы правильно сказали, что то настоящий Самвел бежал, чтобы быстрее Томаса побрызгать своей водичкой священной, с вербы. Ну, кто-то думал, что я злорадствую, но это неправда. Такому радоваться смысл, что за бред? Животное, ну, блин. Оно ж, представьте, как ему тяжело. Это же вообще надо быть конченым. Вообще мы как бы делаем все, что возможно, и врачи там очень хорошие, и все, и уже всех на ноги подняли, кого могли, что, ну, все лекарства, что надо, все, что надо. В любом объеме уже как бы деньги, что не самое... Вот видите, деньги, деньгами не все купишь, вот деньги, деньги, видите? Вот такой я взял, такой, ой, смотрите, как хорошо ему подшерсточек чешет. Ой, ты мой зайчик, я тебя давно-давно не чухав. Мой сладенький, ты же тоже хочешь? Да, да, да. Ай, да, я знаю, он любит чесаться у меня. А, жопу подставляет, извращенец.
Смотрите, как сколько. Кстати, вы знаете, что можно вот это все собрать и связать потом нитки. И сделать из него, кстати, шарфик. Или носочки связать. Вот такое можно что-то. Как-то делают так, что собирают нитку. Ну, из подшерстка. Из шерсти кота. Смотрите, он, видите. Ему же тоже тяжело. Сейчас придет лето. Ему тоже хочется дышать, чтобы кожа дышала. Не знаю, ребята, я не злорадствую. Даже если кто-то думает так, вы ошибаетесь. Не надо так писать. Я сам, но я не сюсюкаюсь с котом. Но я понимаю, что люди все разные, каждый по-своему. Кто-то с детьми сюсюкается, кто-то с животными тоже, знаете, как с детьми. Кто-то отчеловечивает, прям разговаривает с ним, беседу ведет. Но это как бы такое. Я с Томасом не беседую. Я его только ругаю. Как хорошо чешется прям. Смотри, Коль, как хорошо эта штука работает. У нас есть... Ой, да ты что, глянь. Возьми камеру, надо. Зай, сиди сюда. Там писали, что я злорадствую, что собаки заболели. Я не злорадствую, я говорю. О, все наоборот. Кинуто на, то, чтоб, кинуто на то, чтобы не вылечились. Надо будет уже ехать, мы уже с папой туда приехали. Уже там, да? Да. Ну, сейчас, давай, вызывай такси. Ой, 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 хорошо. Мне хорошо, да? Кайфую. Кайфую во всем. Это во всем. Кайфую. Крутится. Тут много нету на животе. У него больше всего вот здесь и ближе к хвосту. Больше всего там. А вот, вот тут очень мало. Видите, так практически нету ничего. А, животик нет, скажи. Животик не буду, не буду, ну не буду, животик, не буду, не буду. Все, хватит, хватит, для первого раза хватит, хватит. Все, чтобы я не полюбив, наоборот. Все, хватит. На шерсть летит, ой.